1 и 2 апреля в Омском велотреке прошел чемпионат Сибирского федерального округа по фехтованию на шпагах. Борьбу за лидерство вели около 170 спортсменов из нескольких регионов. Турнир является отборочным турниром к чемпионату России, который пройдет у нас в городе Владикавказ уже в середине апреля. Сейчас уже все вышли на пик формы, когда к чемпионату все подходят в своей, стараются подходить в своей лучшей форме. Соответственно, сейчас можно наблюдать, что они показывают максимально, на что они способны. Омские фехтовальщики показали отличные результаты. В командном турнире мужчин два наших квартета заняли первое и третье место. В личных поединках Глеб Миллер завоевал серебро, а Николай Крикоренц выиграл бронзовую награду. Мотивация действительно была серьезная, потому что Сибирский федеральный округ, так сказать, набирает оборот, становится все сильнее. Очень сильные ребята в Новосибирске, в Томске, в Красноярске, везде есть с кем побороться. Я фехтовал больше от оборонительной какой-то тактики, потому что это подготовка у нас с тренером была такая, то есть больше работает от обороны, потому что я парень габаритный, мне так проще, легче от соперника. Очень хороший бой у меня был за 4 с Никитой Гориным, с Новосибирска парень, чемпион России по кадетам. Вот, наверное, самый такой классный бой за последние времена. Высокий результат показали фехтовальщики из Новосибирска. В личном споре девушек они выиграли все 3 призовые награды. А чемпионом в соревнованиях мужчин стал Аркадий Мариненко. Обдумал все свои действия и начал спокойно, уверенно фехтовать. То есть все в атаке и в защите, все хорошо проходило. И в этом финале и в самом фехтовании очень важна работа пальцев. То есть чем лучше работаешь пальцами и мозгом, тем больше моментов хороших получается. В командном турнире новосибирские шпажистки заняли первое и третье места. Серебряными призерами стали фехтовальщицы из Томской области.